Книга «Открытым оком», тема «Священство», том 7, вопрос 1890. Мы привыкли доверять каждому слову священника, а они этим нашим полным к ним доверием дурно не воспользуются. Не могут ли сказать что-то не по Писанию? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не следует доверяться человеку без проверки его слов и действий по Слову Божию. Пророк Исаия 8:20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. К священнику нужно идти не как к человеку простому, а как к глашатаю, изрекающему истины из Библии. Пророк Малахия 2:7. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Пророк Осия 4:6. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отверну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Житие святого архиепископа Германа, память 12 мая. Царь, слыша таковые слова святейшего патриарха, то чувствовал стыд, то приходил в ярость, стараясь найти такое обвинение против патриарха, чтобы удалить его с престола. Не как исповедника истины, а как крамольника, сообщника своему злому намерению, он нашел в лице одного пресвитера Анастасия, ученика Германа. Этому Анастасию, по нраву подобному Иуде, царь обещал патриарший престол по изгнании Германа. А он, в свою очередь, за это обещал помогать царю в утверждении ереси и уничтожении святых икон. Поэтому Анастасий сделался ярым врагом святого Германа, пытаясь даже прежде изгнания святого Германа. Житие святого Кирилла, память 11 мая. Много говорили епископы относительно Мефодия. Наконец сослали его в Швабию, где содержали в темнице 2,5 года. В темнице немцы всячески издевались над святым Мефодием, не давали есть по несколько дней, когда была зима, они его, босого, с непокрытой головой, выводили на тюремный двор, ставили на снегу, и заставляли его так стоять на одном месте сутки, а то и больше. Они били даже святого Мефодия батагами, но Господь сохранял и укреплял святого. Большое утешение доставляли святому его ученики, которые часто навещали его в темнице. Дошло известие о заключении святого Мефодия до папы. Узнав об этом, папа Иоанн VIII, преемник Андриана II, прислал проклятие на немецких епископов и запрещение совершать им литургию до тех пор, пока не освободят Мефодия. Тогда епископы освободили Мефодия, но сказали Кацеллу, панонскому князю: «Если ты возьмешь к себе Мефодия, не считай нас за доброжелателей». Однако сами эти епископы не избегли суда Божия и апостола Петра. Четверо из них скоро умерли. В Моравии же в это время произошел раздор славян с немецкими священниками. Поняли моравляне, что немецкие священники, которые живут у них, враги славян и стараются предать их немцам. Они изгнали их, а к папе послали следующую просьбу. Как прежде наши отцы приняли крещение от святого Петра, так и теперь дай нам архиепископа и учителя Мефодия. Папа тотчас же отправил святого Мефодия в Моравию, где его приняли князь Святополк, теперь разошедшийся с немцами, и моравляне, и
поручили ему все церкви и духовенство во всех славянских городах. На место изгнанных немецких священников святой Мефодий ставил священников славян. Ввиду того, что святой Мефодий и священники совершали богослужение и учили народ на славянском языке, стало сильно расти учение Божие. Многие из язычников отреклись от своих заблуждений и уверовали в истинного Бога. В это время и Моравское государство было так сильно, как никогда не бывало. В этом же послании папы было написано: «Брат наш Мефодий правоверен и совершает апостольское служение. Ему от апостольского престола подчинены все славянские страны, и кого он проклянет, тот проклят, а кого освятит, тот будет свят». Кавычки закрываются. После этого все враги Мефодия разошлись со стыдом, злоба же врагов святого Мефодия этим не окончилась.